пушкинских пабликах поднялся шум из-за ситуации вокруг двух школ в Царево и Зверосовхозе. Два учреждения планируют объединить и разработали концепцию образовательного комплекса. Данная концепция предполагала на уровне старшей школы обеспечить профилизацию, на уровне начального общего образования организовать работу в режиме школы полного дня, где родителям был бы предложен более расширенный спектр программ дополнительного образования, организован присмотр и уход в рамках работы групп продленного дня. Ну и, соответственно, в Зверосовхозской школе у нас два школьных автобуса, и, соответственно, был бы организован подвоз обучающихся в данное образовательное учреждение. Волну возмущения у родителей вызвал тот факт, что при объединении добираться до школ станет крайне неудобно. Зверосовхоз и Царево находятся друг от друга примерно в 10 километрах. Ученики Царевской школы даже записали видеообращение. 31 мая управление образования организовало встречу с родителями. Какова ситуация на сегодняшний день, нам прокомментировала Лариса Лазарева, начальник отдела общего образования Комитета по образованию, работе с детьми и молодежью администрации округа Пушкинский. Учитывая мнение большинства родителей, комитетом по образованию принято решение после капитального ремонта Царевской школы в данном здании оставить образовательный процесс без изменений. Ну, такова позиция на сегодняшний день. Решение принято. Я думаю, что оно устроит большинство родителей.